Во сколько лет ты начал заниматься музыкой? Блять, это очень тяжелый вопрос. Ну, блин, серьезно. Хотя, блин, во сколько лет? Да. Я начал заниматься музыкой в 24 года. Нет, может быть, 23. 23, наверное, скорее всего. А после чего? Что-то повлияло по-любому на эту тему? Объясняю, ну, ты же, Саш, знаешь, да, что я работал на кирпичном заводе. Конечно. На кирпичном заводе были люди творческие. Все до единого. Ну, вернее, там с техникума люди с нашего горно-металлургического. У нас было 90 человек, вот всех после армии туда согнали, технологов. Ну, надо, типа, устанавливать оборудование, запускать завод. Ну и понеслась там, блядь, без обокочка. Представляешь, 90 пацанов, короче, одуревших, блядь, только после армии, там кто-то, блядь, с теорием, хуй пойми, короче. Ну, в принципе, все одногодки с одного техникума. Три, наверное, или четыре курса, короче, говоря. Все примерно одного возраста. Хуйню это маялись дико. И как-то у меня есть кореш, Серега Сомов, с соседнего дома. Сом. Да, Сом. И, короче, он мне как... Он любитель тяжелой музыки. Вот да, такой. я в курсе. Ну и вот, типа... Мне Металлика говорит. Мы как-то сидим, короче, с ним и слушаем группу Макабр. Макабр — серьезная группа. Мексиканцы, да, если не ошибаюсь? Нет, не мексиканцы. По-моему, мексиканцы. Это, нет, это... Про мексиканцев это Бруджерия, по-моему, да. Нет. У них какая-то Макабр там была. Массакра была. Массакр была, а по-моему еще было у них, или Макабра, там, короче, женский состав ебашили Black Metal, не слышал? Ну, может быть, я не знаю, это, короче, блядь, американцы, блядь. Понял. Макабр, и там оружие, блядь, это уже потом, позднее, когда интернет появился, там, я за них начал читать, что это, блядь, основоположники Murder Metal, короче, то есть, вот, да, блядь, альбомы писали, общались, короче, блядь, с этими, с маньяками со всякими, ну, они в тюрьме там сидели, им допуск давали. И на основе этой хуйни они писали вот эти песни. Там просто пиздец альбом. Они там орали как в трубу. Там, бля, там хоть пиздец. И Сом такой мне говорит: блять, когда-нибудь мы научимся играть на гитарах и будем орать вот так, как они. Я говорю, блять, это охуенно было бы, Серега. И, короче, вот такая тема. Ну, как бы мы там фантазировали, как мы там будем ебашить, сочиняли какие-то, блядь, дурацкие песни, прям вот так, без всякой музыки, просто так орали, какие-то текста там просто, типа, ну, заебись, типа уже музыкант почти. И вот в один прекрасный день. А так мы обычные гопари, короче, нас с улицы мира. Ходим там, деремся, водку, работаем. Ну, как обычно, обычные пацаны. Мы никакие нахуй не музыканты, потому что, блядь, музыкантам в то время, блядь, на улице мира, это стрёмно. Жень, да все были такие, поверь мне. Ну, тем более, знаешь, это все хуйня. Музыкантам быть стрёмно, блядь, нахуй. Везде и всегда. И вот как-то, блядь... Проводы, тема хорошая. Знаешь же, проводы провожают людей в армаду, блядь. Слышал, да. Слышал, да. Ну, короче, возле военкомата, как кого-то опять там с улицы мира провожали, народ там из других улиц провожали кого-то. Короче, какая-то мясорубка там получилась. Я вот просыпаюсь, у меня такой финик под глазом, вообще просто пиздец, нахуй. Я думаю, блядь, что делать-то, на работу идти, блядь, вообще стрём, нахуй. Блять, думаю, приду на работу, блядь, а там откуда фингал, ну, как всегда, знаешь, стебаюсь, подъебу, блядь. Думаю, надо в больницу сходить, закосить на сотрясение мозга, блядь. Прихожу я, значит, в больницу. Думаю, блядь, как мне закосить-то, чтобы мне на сотрясение там попасть, чтобы больничный выписали. Захожу я, короче, блядь, к травматюку, блядь, к этому, блядь, он такой ебаный, брод, говорю, жулики налетели, короче, блядь. Гангстеры, блядь. Пиздец, что-то, говорю, блядь, сигареты, блядь, просили, там, я там что-то там, потом кто-то уебал, блядь, в глазах искры, хупами, короче. Бля, у врачей раньше тема такая была, да, они все время спрашивали, что ты там, типа, где, как, да, блядь, да я помню, да меня заебали. Блядь, мне на рентген, а тоже до этого еще, короче, один тип говорил, да, типа, блядь, тебе вот сколько рентгенов не будут делать, тебе все равно будет, даже если у тебя никакого сотрясения, если один хуй будет показывать сотрясение, я почему? Он говорит, ну ты же в детстве, блядь, всю дорогу там, ну или когда там, все равно же, блядь, головой-то бился где-то, или, ну да. Конечно. Он говорит, она говорит, на любого какой-то хуйне на головном мозге отражается. Конечно, говорит, конечно. Хуйня. Ну и я там смело пижу, уверен, а вот температура, говорю, вчера была, блевал нахуй, вот сейчас вот, блядь, хуёво, я думаю, блядь, я еще жрану, заебись, смогу, он всегда же хуярит на проводах. Ну да. Там, да так, что просто пиздец, а хули там,
закуски хуй да нихуя, там луду так въебал, блядь, запил водой. Заебись, да. Служи, как я служил. Ну а потом еще это на руках в автобус нести. Блядь, это бред. Одного дурака, короче, автобус тронулся, а забыли, он там все там выпивал последний знакомый, он за автобусом бежал там. Там все ржут, ёпта, остановись. А у меня нихуя добежал, залез и поехал. Да хули, деньги уже на проводы потратил. Да, по-любому. Надо бежать. Ну и, короче, сделали мне рентген, он на меня сонным видом посмотрел, такой, ба, блядь, говорит, у тебя сотрясение, я думаю, ну пиздец, все, говорит, готов, банечный. Готов, да. А он такой, ну и полежи-ка у нас в отделении. Сколько он тебя въебал? 12 дней по страховому полису, я думаю, охуеть. Тусанул, блядь, да? Придется лежать, уже заднюю не уплю. Лежать не работать, все равно, да, согласись? Дожди, короче, пошли, блядь, ну осень, блядь, ну пизду, короче, поваляюсь. Ну, блядь, и положили, короче, в палату, только после ремонта. Я один там, блядь, лежу, и пиздец, никого нет. Блядь, дают мне, короче, этот димедрол, блядь. Демик, нормально. Сотрясение больше ничем не лечит, дают димедрол, покой и спать. А еще в таблеточках был, да? В таблеточках. Да. О, накопил, помню, блядь, такой, да. Помню, такой димедрол. Накопил я их, короче, хуй по одной жрать, ну и по две их там давали, не понял. Ну, сразу, да. Блядь, нахуй, штук 12 тогда. Да, не, это 10-12 самое то. Я 20 раз въебал, я, блядь, охуел. Я никогда не пробовал, потому что мне привет там, типа, говорят, ну, хоть как-то не скучно будет. Пиздец, как началось, стоять не могу, сидеть не могу, блядь, вообще не могу, нахуй, все вот так вот дергает, блядь. Думаю, дедро, вроде же спать надо, да хуй там спать, вообще да, ну, хуй снёшь. Не. У него там это все зависит от этого, как он. Короче, заебал меня эта хуйня, блядь, ну, все-таки я вырубился, короче, ближе уже к утру, блядь, отпускать мне стало, выхлестнуло меня. Блять, проснулся, короче, сушняк, пиздец, там уже обед, короче, думаю, пойду компота попью, короче. Хуяли такой, блядь, по отделению, а там всякие ж люди лежат, там. Слышу, блядь, это, из какой-то палаты, блядь, гражданская оборона орёт, блядь, нахуй. Я думаю, о, блядь. Свои, да. А я, короче, я сразу с магнитофоном заехал, блядь, там тоже слушал, блядь. Ну, короче, это, ебну, ну, да, кто там, блядь, слушает, да, гляну, блядь. Такой чувак лежит на кровати с поломанной ногой, загипсованной, там, слушает гражданскую оборону, блядь, я к нему там это подсел, говорю, здорово! Я наглый был, пиздец, блядь. А у него притча еще это, знаешь, типа, вот здесь виски выбрать, типа, хардкор такой, купами. В хвосте, в хвосте? Не, вот так. А, просто выбрать, да. Я говорю, гражданскую оборону слушаешь, ну вроде так и что-то да, он говорит, ну да, типа, блядь, смотрю, он такой, это, как бы, ну слегка надоизмене, короче, блядь, я думаю, что он, да, а потом думаю, ебать, я же, блядь, пехотинец, верно, забритый такой, с бенгалом, костюмчик у меня от Nike, такой, блядь, а он там, типа, это, панк какой-то, я так понимаю, блядь, я говорю, да, типа, меня Женек зовут, типа, он говорит, меня тоже Жеха зовут. А у тебя, у него там это, в палате лежат мужики там всякие, на растяжках там с этими суднами, блядь. Я говорю, слышь, пойдем ко мне в палату, мне, говорю, я там вообще один, ты хули здесь пиздин, там, говорю, у меня тоже марафон есть, там, послушаем. Ну и мы, короче, смотрелись ко мне в палату, блядь. Я говорю, ты сиди, говоришь, здесь, говорю, а я сейчас мотанусь, пиво куплю, потому что сразу вышел из больницы через дорогу в магазин. Ну, я мотанулся туда, пиво купил, и мы с ним, короче, пиво пьем, там, кассету слушаем это его, потому что у меня там альбом, у него какой-то был, хроника пикирующего бомбардировщика, редкий какой-то, в то время, как бы так. Ну и что там распизделись, он там типа я от Sex Pistols, там фанатею, блядь, от этого Чудо-Юдо. Ну я понял, он такой панк прожженный, старый, такой школу, ну таких-то понятий еще не было. Ну как бы, а у меня был альбом этот, хуй забей, там как. Не, хуй забей, забей, это банда, нормально. Да, какой-то такой, по реке плывет Чапаев, там какой-то первый, блядь, или второй, там, хуй знает. Ну и как мы там заугорали с этой всей хуйни, там, типа, то есть, а вечером как-то чуваки пришли, короче, с водкой. Ну, давай его тоже водкой поить, там, он там на костыля, бля, там скачет, короче, там, плюется, там, тьфу, панкизм у него, короче. Начался, да? Ну и так заебись эти 12 дней, там, с ним там отлежал, мы там тусили все время, там, терли там за всякие там группы, блядь. Потом, вот самое, он там говорит, я на баяне умею хуярить, как Чистяков из группы 0. Типа, да, он, блядь, иду курю и всякую хуйню. А я говорю, блядь, а я чуть-чуть, говорю, на гитаре умею играть там. Типа, у меня есть гитара, блядь. Я там умею хуйню всякую играть.
Она говорит, вот неплохо бы группу там сколотить какую-нибудь, блядь, там туда-сюда. Ну, мы ровесники, короче, с ним. Я говорю, ну, типа, блядь, у меня, говорю, есть ключи, блядь, от заброшенной качалки. Короче, подо мной там, где я живу, короче. Там, говорю, никто уже давно не качается, потому что, блядь, я сами пришел, там одни синяки, короче. Всем уже попы. Качались уже давным-давно, блядь. И можно там затусить, блядь. Ну, в принципе, что-то там, короче, туда-сюда, блядь. Ну и что-то поговорили, забыли про эту хуйню, блядь, меня выписали, короче, мы там телефонами обменялись, блядь, и пиздец, короче, и как бы. Больше мы не видели с ним, наверное, месяца два или три, блядь. Ясно. Потом, послушай. Ну. И чисто случайно я опять попадаю в эту ебаную больницу, блядь. Не помню, по какой хуйне, короче, блядь. Что, сигарету закурили? Надо, дайте купить. Сейчас, понятно. Там у тебя есть на районе пивнухи? Да, по-моему, да. Короче, это самое. Я погоди. Мотор, поехали. И вот как-то один раз я опять попадаю в эту долбанную больницу. Что-то я не помню там. Недельку я там лежал, блядь. А потом мне что-то выписали. Ну там по какой-то хуйне, только колено вывихнуло, что-то такое. А женёк этот, он жил как бы не от больницы недалеко. Знаешь, вот где-то эти микрорайоны. Через вот эту больницу недостройку пройти, его дом сразу. Ну я от больницы выписываюсь. Дезинфекционки из этой Гоповской. Дезинфекционки, да, короче, странно. Выписываюсь. И шел и мимо его дома. Иду, думаю, блядь, он же у меня тут в памяти всплывает, его дом и его номер квартиры. И думаю, блядь, чем черт не шутит, дай-ка я к нему зайду. Я захожу, блядь, он дверь открывает. Я охуел. Здорово, Жек. Говорит, ты чё? Я говорю, да просто мимо шел, блядь. Он говорит, а у меня сегодня день рождения. Я говорю, да ладно. Он говорит, да, поздравляй меня. Я говорю, здорово, там поздравляю, вся хуйня. Короче, он, заходи, сейчас гости придут. Ну, блядь, мы такие с ним сидим. Он себе уже, короче, это... Какую-то бас-гитару полуакустическую где-то нашел, блядь. Слушай, полуакустики, как скрипки, да? Такие? Да, да, да. Бля, да. Они ж круто звучали. Ну, типа, как по-битловски, так. Да, у Битлз, да, вот это у меня. Ну, я не виноват, что мы там с ним опять нажались, пришли гости, а гости опять же какие-то знакомые, там, я где-то с ним на какой-то деревообработке с ними там учился, их упами, когда, помнишь, это было, от школы посылали. Ну да, да, спец, как она там, ориентация, бля. Да, да. Помню, такая хуйня была. Ну и чем мы там набухались опять, и уже конкретно такие решили, блядь, надо делать группу, блядь, там группу хуюпу, ладно, договорились. Потом он через неделю приехал к нам, ко мне, на велосипеде с баяном. Представляешь, на велосипеде с баяном. Красава. Я не удивлюсь, если он по дороге, пока ехал, еще играл на нем, пел песни. Хуй его знает, короче, и попали мы в эту качалку, у меня ключи были, какие-то опять понаволокли там каких-то, блядь, магнитофонов, ебучих бобинников, блядь, кассетников, нахуй. А я ж был у тебя, ты помнишь?